Сейчас для работников ЖКХ горячая пора. Трудится в усиленном режиме. Работу дворников затрудняет снегопад, однако они справляются. Для уборки территории первого микрорайона, ограниченного Красногорским и Можайским шоссе, Молодежной и Садовой улицами, в бригаду привлечено 15 сотрудников. Работает 7 единиц техники. Это бобкет, два больших трактора, 82-х, щетка, ковши, щетка, отвал. Маленький трактор «Беларусь 320» для очистки дорожно-тропиночной сети. И ковш-пескоразбрасыватель. Это для просыпки дворовых территорий, внутриквартальных проездов, пескосоляной смесью. Владимир работает в МБУ «Городское хозяйство» уже несколько лет. Трудиться привык на совесть. Его рабочий день начинается в 7 утра и заканчивается в 4 часа дня. Но в зависимости от погодных условий иногда приходится и задержаться. Задержался там на час, но он в принципе не сыграет роли, да, для тебя. Но завтра у тебя слой снега уже меньше, легче. Для уборки территории дворники вооружаются ледорубами и двумя видами лопат. Металлическими ими счищают лед и пластиковыми. Они более удобные, легкие и вместительные. На очистку одного двора уходит более часа. Весь собранный снег временно складируют на дворовой территории, так, чтобы он не мешал проезду транспорта и пешеходам. Позднее его вывезут на снегобазу. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».